Маша, извини, запоздала с ужином. Я тебя так хотела удивить, но просто ничего не получилось, не удалось. Картошка готова, салат. Мы сейчас его соевым соусом польем, и будет то, что надо. Какой кошмар. Что? Соус закончился. Тьфу ты, я думал, что-то серьезное. Славка, у тебя с готовкой этой мозги вообще съехали на бекрень. Возьми просто соль и посоли. Николаш, ну что ты такое говоришь? Что значит посоли? Понимаешь, соевый соус должен смешаться со вкусом мяса, и тогда это будет потрясающая вкуснота. Так, что же делать-то? Аська, пусть она по дороге купит. Где она вообще пропадает? Алло. Мам, что? Ася. Да. Асенька, да, это я, мама. Я на тренировку, давай быстрее. Я тороплюсь. Ась, ну какая тренировка? Уже 11 часов. Ты же знаешь, я спать не лягу, пока ты не придешь. Мам, ты опять начинаешь? Мне что, из твоего сна бросать спортивную карьеру? Зачем ты звонишь? Я волнуюсь. Ищу соус. Какой соус, мама? Соевый. Дурдом. Нет, понимаешь, Асенька, я папе вырезку запекла, попробовала не соленую, а соус закончится. Представляешь, какой кошмар? Угу. В воскресенье нужно будет сделать большую закупку. Купи по дороге, пожалуйста, а? Мама, давай, пока, мне некогда. Все. Все, 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 давай, пока. Что? Нет, ты представляешь, что я на трубку бросила? Между прочим, мне не 18 лет. Я на мастер спорта по стрельбе. Надежда страны. А ты с ней разговариваешь, как с маленькой. Николаш, она всегда для меня будет маленькая. Потому что она моя дочь. Да? Да. И для меня она тоже дочь. Но в отличие от тебя, я с ней не сюсюкаюсь. А разговариваю нормально, поэтому я дружу со своей дочерью. А ты вызываешь в ней протест. Все. Может, еще что-нибудь? Спокойной ночи. Завтра буду поздно. Спокойной ночи, Николаш. Сложная фотосессия, приезжает мисс Вселенная. Алло? Алло, вас не слышно. Уши прочисть. Что? Здравствуйте, Роман Вальдемарович, я Рыкова. Здравствуйте, Рыкова. Я Рыкова. Рыкова, ну что вы кричите? Я не глухой. Ну, я Рыкова из 12-й группы, вы что, меня не помните? Так, Кассандра, кажется. Кассандра, да. Спасибо. За что? Ну как, за то, что имя мое запомнили. Это не мне спасибо, а вашему необычному имени. Вы что, прикалываетесь? Имя вообще дурацкое. Послушайте, Рыкова, что за жаргон? Добрый вечер. Добрый вечер. Домочка. Простите, это мама придумала. Меня на самом деле Ася зовут. Прекрасно, Ася, спокойной ночи. Подождите, я же вас жду не просто так. Меня? Ночью, да? Неожиданно. Ну, надеюсь, у вас на это были веские причины. Веские. А я должна вам сдать реферат по Николаю Гумилеву. По Гумилеву? Да. Прекрасно, давайте. А? Давайте. Реферат. А, конечно, реферат. Сейчас. Сейчас. Господи. Ой, не могу найти. Еще не хватало, чтобы я его потеряла. Ничего не понимаю. Где-то здесь был. Сейчас посмотрю. Не могу найти. Рыкова. Где-то... Да? Вы мне его завтра занесите, и я надеюсь, что он у вас скопирован в компьютере. Спокойной ночи. Подождите, Роман Вальдемарович. Отвезите меня, пожалуйста. Что? Домой. Ну, я недалеко здесь живу. Буквально пару кварталов на даче. Вы шутите, да? Нет, я не шучу. У папы поломалась машина, и я здесь одна ночью. Вот. Вызовите такси. Такси? Я забыла кошелек. Забыли кошелек. Хорошо. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Что это? Возьмите. Это нет, на такси. Нет, мне не разрешают родители ездить ночью на такси одной. Хорошо. Пойдемте. Только быстро. Быстро? Ну что вы стоите?
Иду. Спасибо вам, Роман Вальдемарович. Ой, как у вас здесь уютно, Роман Вальдемарович. Знаете что, Рыкова, давайте помолчим, пожалуйста. Алло. Уши прочистила? Не слышу. А ты еще не моя? Послушайте, а вы кто? Я-то знаю, кто я, а вот кто ты? Ты сама-то знаешь? Знаете что? Что? А я знаю ваш номер. Знаешь мой номер и что? А то я сейчас позвоню в милицию и разбужу мужа. И скажу ему... Будешь мужа? Да, мужа. А что? Давай, буди. Ты даже не представляешь, как он обрадуется. А вот ты огорчишься. Чему? Слава. Потому что я ему звоню. Девушка. Слав. А вы куда звоните? Ты не поверишь. Жене моего будущего мужа съела. У нас есть в доме минералка? Зову-зову, тебя не дозовешься. Ты че? Прости, вот телефон. А что у тебя делать, мой телефон? Тебе звонили, я боялась тебя разбудить. Кто звонил? Твоя будущая жена. Что? Ты что, с ума сошла? Это не я сошла с ума. Это она с ума сошла. Что ты несешь, а? Я минералку. Ты же просил. Какой-то бред. Николаш, кто она? Я не знаю. Тогда почему? Что? Когда она звонит, высвечивается такой милый котенок. Котенок. Так бы сразу и сказала. Не котенок, Славочка, а котенок. Это фамилия такая. Это наша новая модель. Новая модель? Странно. Да, она странная. А почему она тогда звонит? Не знаю. Может быть, просто решила нас с тобой разыграть. Ночью? Ну, не знаю. Может быть, хочет отомстить. Отомстить? За неудачную фотосессию. Слав, терпеть не могу твою никчемную иронию. Я сейчас не иронизирую. Тогда ты перетрудилась у плиты. Все, я пошел спать. Николаша. Что? Ответь. Возьми трубку. Возьми. Это, наверное, мстительница. Слушаю. Это ты? Твоя курица все-таки тебя разбудила? Кто это? Кто это? Прекрасно, ты шифруешься? Это я, кошка. Кто? Конь в пальто. Устраивает? Послушайте, вы на часы смотрели? Уже час ночи. У вас совесть есть? Довольно? Параноечка. Николаш, прости меня. Ты меня утомила. Я завтра испеку твой любимый яблочный пирог. Черт знает что. Значит так, мне эти кошки-мышки надоели. Если ты сейчас не расскажешь все своей Клуше, то я вскрою себе вены. Понял? Мы встречаемся завтра на фотосессии и решаем все ваши вопросы. Ты офигел? Мои вопросы? А может, наши? Она рядом? Да. Все трепишь ей сказать. Ты толстый, трусливый кретин. Да еще и ко всему и старый. А можно без оскорблений? Если вам не нравится, это фотосессия. А теперь послушай меня. Я же сказал, встретимся завтра. Я под дверью твоей квартиры. Если через час ты не будешь в городе, тут меня и найдут. Я вскрою себе вены и перед смертью кровью напишу на стене. В моей смерти прошу винить Колю Эр. Ты что, опять под кайфом? Твое дело, трусишка, старикашка. Алла, что происходит? Кто под кайфом? Это твоя курица? Никто! У тебя от обжорства ступор? Кто она? Говори! Я же сказал! Не знаю! Не кричи на меня, пожалуйста, и не ври! Пошел вон! Что ты на меня уставилась? Что ты на меня уставилась? Я? Прости. За что? Я не знаю. Так, все. Мне это все надоело. Что надоело, Николаша? Лицо твое, прошу прощения. Трехразовое питание. Это вечная кухня, твой этот халат. Все, я ухожу. Куда?
пока в городскую квартиру. А что значит пока? Ты что, совсем отупела с готовкой этих котлет? Не кричи на меня, пожалуйста! Роман Вальдемарович, вы меня очень выручили. Ну, спокойной ночи. Нет, подождите, вот мой дом. Мы можем зайти и выпить чай. Рыкова, давайте уже, хватит. Нет, не хватит. Я вам забыла самое главное сказать. Вы что, Рыкова, вы с ума сошли? Спокойной ночи. До завтра, Роман. Черт знает что. Ой, испугался. Папочка, привет. Привет. Ты где шляешься? На тренировке. Ну и как результаты? 50 из 50. Врешь? Молодец. Вру. А ты куда собрался? В город. Ночью. Да? А что за саркастические нотки я слышу в голосе своей дочери? Да, у меня завтра сложная фотосессия. И причем с утра. Пап, подожди. Что, что, что? А мама где? Мама, как всегда. На кухне? Да. Слушай, она сейчас будет уговаривать меня опять попить чаю, отдохни, где была. Папулечка, пожалуйста, возьми меня с собой. В следующий раз обязательно тебя возьму. Все. Несколько дней поживу в городе. Фотосессии привет. В смысле, ты о чем? Ни о чем, а о ком. Совсем распустилась. Удачи, папулечка. Асенька! Господи. Привет, мамочка. Асенька, кто это был? Папа. Я не о папе спрашивала. Кто тебя подвозил? А, это наш педагог. Педагог? По литературе. А как его зовут? Какое это имеет значение? Огромное. Огромное? Если огромное, хорошо, его зовут Роман Вальдемарович. А почему он тебя подвозил, Асенька? Мама, спокойной ночи. У тебя что, с ним отношения? Ася, ответь! Допустим, у меня с ним отношения. И что? Допустим или да? Да. Только не надо на меня орать. А я не ору. Давно? Мама, какое твое дело? А что это такое? Что значит, какое дело? Я что, девочка с улицы? Ой, все, началось. Хорошо. У нас очень давно с ним отношения. Давай на этом закончим этот нудный допрос. Пожалуйста. И чего он от тебя хочет? Ничего. Как это ничего? Взрослый мужчина ничего от тебя не хочет, да? Я не поверю. Хорошо. Он хочет от меня близости и ребенка. Что? А сколько ему лет? Не знаю, лет 40, наверное. 40? Асенька, ну он же старик. Мама. Он тебе не подходит. Ну что ты в этом понимаешь? Что значит, что я в этом понимаю? А то и значит, что ты уже много лет ничего не видишь, кроме своих котлет и борщей. Муа! Спокойной ночи. Да, на завтра погладь мне розовую футболку и комбинезон. Асенька. Мам, все, я устала, хочу спать. Рано не буди, у меня нет первой пары. А, завтра, может, буду ночевать в городе. Малыш? Малыш? Малыш, ты где? Мал... Вот ты где. Тапочек отдашь? Ну, не обижайся. Если б не Рыкова, мы бы давно были вместе. Так, не ревнуй и не рыкай. Рыкова моя студентка. Ничего личного. Поджидала меня у подъезда, чтобы я отвез ее домой. Малыш, честное слово. Ну, как тебя переубедить? Ну, не ревнуй, хочешь на колени встану. Ну, она моя студентка, такая странная девица со странным именем Кассандра. И только это в ней примечательно. Мир. Мир. Ты.
Кошка, может, перенесем фотосессию на завтра? Это что такое? Коробка барахлит. Не гони. Моя жена. Ты прикалываешься? Жена? Да, жена. Вот отстой. А что она здесь забыла? Откуда я знаю? Только разборок мне не хватало. Да что с этой коробкой? Ну так сделай что-нибудь. Вот сейчас выйду и поговорю с ней. Черт, надо менять машину. А без пойду никак нельзя. Какие-то другие варианты есть? Ты что предлагаешь? Чтоб я ее задавил? Кстати, это было бы замечательно для нас, для всех. Так иди и разорви ее. Или я разорву тебя в клочья. Обожаю свою кровожадную кошечку. Не подхалимничай. Ты что здесь делаешь? Здравствуй, Николаша. Здравствуй. И? Ну, у тебя же сегодня сложная фотосессия. Когда сложно, ты нервничаешь и хочешь есть. Вот. Ну и я правые котлеты тебе принесла, салатик. И испекла твой любимый пирог. Пирог? Да. Тесто во рту тает. Пирог с яблоками? Да, мой фирменный. Спасибо. Я его сегодня утром испекла, потому что все равно не спалась после вчерашнего. Николаша, я сегодня, когда варила кофе, я представила, что ты вот выйдешь сейчас из комнаты взлохмаченный, в своей любимой пижаме и спросишь, что у нас на завтрак. А потом поняла, что тебя нет. Не начинай. Внутри все оборвалось. Я же тебе объяснил. Мне надо подумать. А о чем, Николаша, подумать? О том, я уже тебе сказал, у нас кризис отношений. Нужны новые впечатления, новые краски восприятия, новая жизнь. А эти твои пироги с яблоками... Ник! Ничего не поправит, понимаешь? И котлеты тоже. Подожди. Новая жизнь? Да, представь себе, новая жизнь. Спасибо, пока. Николаша, подожди. Что? Николаша, это она? Да, это она. Красивая. Очень. И молодая. И что с тобой? Ничего. Тебе не стыдно, Николаша? А почему мне должно быть стыдно? Посмотри на себя и посмотри на нее. Зачем? А затем. Тогда поймешь, кому должно быть стыдно. Дорогой. Да, еще. Я, кажется, забыла ключи в замке от квартиры. Нам надо срочно вернуться. Кошка, не волнуйся. Они у меня. Так, что касаемо... Кошка? Она что, живет в нашей квартире? Она живет со мной. Ты скажи Аське, что в ближайшее время я с ним встречусь и все объясню. Николаш! Что? Я Асеньке ничего говорить не буду. Ты издеваешься надо мной? Не хочешь, не надо? Тоже мне мать называется. Да, представь себе. Я мать. Вот и отлично. Пусть для нашей дочери это будет сюрпризом. Надеюсь, приятно. Все. Ну, это же жестоко. Кошка, я твой. Почему так долго? Ну, ты просил ее разорвать. Вот. Угу. Давай лапку. Что у тебя в руке? Ручки моей любимой кошки. Не зли меня, что в пакете? Так бы сразу и спросила. В пакете. Пирог. Откуда? Ну, ты же видела, она сама принесла. Зачем? Ну как, просто так, он мой любимый. Твой любимый? Да, с яблоками и корицей. Если ты хочешь трескать пироги, возвращайся к своей клуше. А я не буду перевозить тебе свои вещи. Я завтра найду другое агентство с холостым хозяином и гудбай. Кошка, не заводись, у нас впереди еще целая фотосессия. Ты должна хорошо выглядеть. А это так, по инерции. Будем бороться с твоей инерцией. Давай сюда. Зачем? Давай, говорю. С сегодняшнего дня ты на диете. Я оставила ее на гладильной доске и комбинезон тоже. Почему ты еще не в университете? Завтрак на столе, Асенька. Асенька! Так, пока не уезжай, сейчас вынесу документы, хорошо? О, привет, Славка. Ты чего не позвонила? Рита, я не знаю. Что значит, не знаю? Что-то случилось? Ничего. Так, не морочь мне голову. У меня ровно через 10 минут совещание.
Слав, не молчи. Ну что, Аська какое-то очередное коленце выкинула. Ну, не молчи. Рита. Николаша. Что, Николаша? Бросил. Что бросил? Меня. Подожди. Николаша бросил тебя. Да. Ты вещь? Наверное. Точно я вещь. Так, не морочь мне голову. Я ничего не понимаю. Так, пошли быстро ко мне в кабинет, и там все расскажешь. А если что, я его на ковер вызову. Не нужно. Так, нужно, не нужно, будем решать по мере необходимости. Все, пошли. Интеллектуальный подъем. Прям под дом подвез. И надо сказать, что Серебряный век был ярчайшим проявлением этого подъема. Мы поцеловались. Само по себе это понятие хронологическое, конечно же. Как он целуется? Его могли вообще придумать и сами представители Серебряного века. Жесть. Например, А потом договорились, что я сегодня вечером приеду к нему с ночевкой. Прикроешь, Кать? Конечно, нельзя отождествлять всю поэзию конца 19 века. С ночевкой? А как же Костик? Давайте мы вспомним и назовем. Он с тебя глаз не сводит. Поэтов, ты говорил, он подает надежды. Он в твоей команде. Кать, Александр Белый, слушай, ну зачем мне этот детский сад? Ну, Костик тут надежды подает. А Рома взрослый, умный и известный. Песни на его стихи пол СНГ поют. Большой элегантностью. Что с лицом? Зачем ты так Костику? Такую надежду даешь. Я видела, как у меня на дне рождения целовались. Как ты любишь, девушка, ответь. По каким тоскуешь ты истомам? Приколись, это он нечто. Вчера пообещал. Неужели ты можешь не гореть тайным пламенем тебе знакомым? Если б ты могла явиться мне молнией слепительной, Господней, и отныне я горю в огне, вставшем от небес до преисподней. Ну, вот такое тонкое... Видишь, как его колбасит. Не может ночи дождаться. Пронзительная, на мой взгляд... Конкретная жесть. Как бы мы его охарактеризовали? А с виду так и не скажешь, такой скромный. Поверь мне, скромность – это не его отличительная черта. Так, ну что ж, уважаемые коллеги, реферат разберем на следующей лекции. У меня трехдневный отпуск, поэтому нашу завтрашнюю встречу переносим на 20-е. Всем спасибо. Рыкова, подойдите, пожалуйста, ко мне. А почему не завтра? Я не собираюсь повторять для вас что-либо дважды. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Ого. Наверное, ключи от квартиры хочет дать. Я в припадке. Я тоже. Роман Вальдемарович, я мечтала, чтобы сегодняшняя лекция длилась вечно. Как ты любишь, девушка, скажи, по каким тоскуешь ты истомам? Рыкова. Неужели Рыкова, ты можешь не гореть? Я хочу попросить вас об одном одолжении. Ася. Что? Ася, ты можешь меня так называть? Да, конечно. Рыкова. Да. Роман. Роман Вальдемарович. Роман. Ну не молчи. Так вот, я запрещаю вам вести себя так. Как? Вызывающе. Роман, я не веду себя вызывающе. Правда? Правда. Ну а что это за роман? Что за усмешки, улыбочки и прочее? Роман, простите, Вальдемарович. А вы не догадываетесь? Ни малейшего понятия. Жаль. А я вас люблю. Вот так. Студентка Рыкова, вы свободны. Что я? Вы свободны. В каком смысле свободны? Я, пожалуй, разрешу вам не посещать мои лекции. То есть он переехал в городскую квартиру и заселил туда свою девку? И ты так спокойно к этому относишься? А что за девка? Кто такая, почему не знаю? Топ-модель. Ритуль, она топ-модель. Красивая. Красивая. Он ее в офис повел. Наверное, на фотосессию. Он с ума сошел? Он притащил ее в мой офис? Подлец. Он не подлец, Рит. Не говори так. А кто он?
культовый фотограф. Ты сама мне об этом тысячу раз говорила. Ему нужно вдохновение. Культовый фотограф? Культовым фотографом могла бы стать ты, моя дорогая. Фотографом мирового уровня. Если бы не променяла себя на кухню и грязную половую тряпку. А я тебя еще 10 лет назад предупреждала, что твои жертвы никому не нужны, и что он вытрет об тебя ноги. Говорила и была права. Что мне делать, Ритка? Ты хочешь знать мое мнение? Хорошо, внимай. Я бы с ним развелась. Прямо сейчас, не откладывая. Отсудила бы у него половину имущества. Привела бы себя в порядок. Вернулась бы в профессию с каким-нибудь громким проектом. И начала бы новую жизнь. Странно. Что странного? Я уже об этом слышала сегодня. О чем? О новой жизни. Так, ясно. Прости меня, пожалуйста. У нас сейчас такая запара. Мне нужно сдавать номер. Я сегодня улетаю в Москву. Вернусь послезавтра. И мы с тобой обязательно встретимся. Ладно, я сразу к тебе. Ну, прости, пожалуйста, Славочка, у меня работа. Да нет, я понимаю, Ритуля. У меня тоже есть еще одно очень важное дело в городе. А что за дело? Николаша попросил поговорить меня с Асей. Ну, чтобы она пока пожила со мной на даче. И не ездила пока в квартиру, понимаешь? Еще не время. И я хотела в университет к ней сходить. Не время? Слышь, подруга, тебя лечить надо. У тебя вообще гордость есть? Ну, хорошо, чуть-чуть, немножечко, чуть-чуть, вот столечко. Гордости есть или нет? Не слышу. У меня есть семья. Угу. Вернее, ее остатки. Угу. Я хочу их сохранить. А зачем? Затем. Я уверена, что Николай одумается, потому что он меня любит. Подожди, он тебя любит? Тогда можно задать тебе один вопрос? А когда вы в последний раз занимались любовью? Что? Спали, спали, спали. Понятно? Спали. Просто спали вместе. Но ты понимаешь, он же устает все время. Он постоянно очень занят. Ах, он занят. Боже мой, как я могла забыть. Угу. Он же занят. Он же культовый фотограф, ей-богу. У культового фотографа от перенагрузки заклинило затвор фотоаппарата. Все, свободно. Иди, пожалуйста. Давай. Прости. Угу. Пока. Все, пока. Иди. Урод. Два и два. Опа. Ай, молодец. Рыков, ты мне нужен. Я всем нужен. Тебе нравится? Умница, кошка. А всем остальным 5 минут перерыв. Кошка, минута отдыха. Давай. Тогда я схожу за кофе. Что за спешка? А? Здравствуйте. Кошка? Что за пошлость? Рыков, я тебя не узнаю. Это она? Ну да. Ты же сама ее утвердила на обложку журнала после показа в Милане. А? Скажи, богиня. Супер. Я не об этом. Ты с ней спишь? Ого. Ничего себе вопросики, товарищ начальник. Нормальные вопросики, товарищ подчиненный. Ритулечка, что случилось? М? Неужели железная леди научила соревновать? А вот этого не дождешься. М? Просто сегодня приходила Слава, жена твоя законная. Ты помнишь, Рыков, что ты вообще-то женат, а? А, вот ты о чем. Коля. Что? А что ты творишь вообще? Что ты делаешь? А что я делаю? А за что ты ее так? Она же тебя любит. Значит, за любовь. Знаешь что, Рыков? Да мне плевать вообще на твой цинизм. Чихать я просто на него хотел. Я тебе Славу в обиду не дам. И если надо, я вот эту грязную, вот эту дворнягу, вот эту драную кошку, вот эту девку, я ее в пух и прах разотру. Она у меня не увидит ни одного глянцевого журнала, ни одной обложки. Ты меня понял? Ты мне веришь? Ого. Откуда такая прыть? Оттуда, мой родной, оттуда. Может быть, ты забыл, что Слава моя лучшая подруга? Так ты вспомни.
И еще? А еще? Ты хочешь еще? Так, а еще? А еще я знаю, что я сделаю. Я ее возьму к себе на работу. И она заткнет тебя за пояс. Понял? Доволен? Честно? Очень. Только перед тем, как взять ее на работу, не забудь рассказать. А что рассказать, голубчик? Что? Не забудешь? Так нечего рассказывать-то. Нечего? Нет, нечего. Ну, нечего, так нечего. Какая же ты мразь, Рыков. Знаешь, такая самая обыкновенная мразь. Кошка, работать! Васенька, ну я тебя прошу. Ой, извините. Ради бога, извините. Ничего страшного. Простите. Алло, подождите, вы не подскажете, где у вас расписание занятий? Да, конечно, первый этаж и направо. Спасибо. Стойте! Подождите. Вы знаете Кассандру Рыкову? Асю Рыкову? Да, Асю. Конечно, знаю, я ее преподаватель. Подождите. Я ее мама. Очень приятно. Озолынш Роман Вальдемарович. Я мечтала с вами познакомиться. Я Мирослава Александровна. Чем обязан? О, какой высокий слог. Нормальный слог. Не кокетничайте. Вы же прекрасно знаете, о чем я. Я не кокетничаю. С чего вы взяли? Простите, как вас там, Роман Вальдемарович, если я не ошибаюсь? Не ошибаетесь. А вы не скажете, как вам Ася? Ася, неплохо. У нее пытливый ум, хороший слог и все, что нужно для журналистики. Всего доброго. Да, и она молода и красива, да? Несомненно, но на журналистский талант не влияет. А на вас? Извините, я тороплюсь. Приятно было познакомиться. Приятно было познакомиться, и все? Какая хитрость, но вы меня не придете. Имейте в виду, я буду жаловаться в ректорат и в деканат. Может быть, тогда вы что-нибудь поймете? Не понимаю. Жаловаться на что? На ваше непристойное поведение. Подождите, я ничего не понимаю и действительно тороплюсь. А вам сколько лет? 40? 39. При чем здесь мой возраст? При том, вам не стыдно? Послушайте, мама Рыковой. Мирослава Александровна. Мирослава Александровна. Я не знаю, что вам сказать. А вам ничего и не нужно говорить. Скажите мне только одно. Вам не стыдно? Черт возьми, почему мне должно быть стыдно? Да потому что у вас роман. Роман с моей дочкой. У меня роман с вашей дочкой? У вас неверная информация. Как это неверная информация? А вы вчера подвозили Асю к даче? Подвозили. Вот вы о чем. Представьте себе. Я все объясню. Целовались? Нет, 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 нет. Вернее... Это она... Конечно, она. Я ничего другого от вас и не ожидала услышать. Как это непорядочно? Почему вы себе позволяете такой тон? Потому что эти песни нам знакомы. Конечно, во всем виновата она. А вам нужны новые впечатления, новая жизнь. Да? Я права? Послушайте, как вас там? Мирослава Александровна, а вы мерзавец. Вы мерзавец. Она мне все рассказала. Что она вам рассказала? Все, все. Между нами нет тайн. Ну, можно поподробнее? Пожалуйста. Она мне сказала, что у вас отношения, что вы хотите от нее близости. Близости? Да, близости. Близости и ребенка. Я, кажется, понял. Ребенка. Она вам годится в дочке, а вы ей в отцы. Вам смешно? Я, кажется, понял. И что же вы поняли? Это программа розыгрыш, да? Студенты постарались. Значит так, слушайте меня внимательно. Если я еще раз увижу вас или услышу в этой жизни, пеняйте на себя. Потому что в гневе я страшна. Все ясно? Более чем. Я могу быть свободен? Более чем. Разрешите?
Можно зайти? А, конечно, заходи, заходи, не стесняйся. Смотри. А это кто? Это Илона. Да бомба, ладно? Да? Для летней обложки. Ну, вообще шикарно, забираю свои слова обратно. А я тебя о чем? Посмотри. А это что? А, контрольки. Ну, прям красавец, да? А глазки какие умные для модели, даже неожиданно. Ты меня какой головой слушал? Подбирай и уходи. Это у тебя что, ПМС? В моем журнале этой драной кошки не будет. Если фотографии Илоночки... Илоночки? Мне кажется, в ближайшее время на обложке журнала я ухожу в империю. Это шантаж? Да, конечно. Ритулечка, ну вот что ты будешь без меня делать, а? Повторюсь, я возьму на твое место твою жену. Фух. Угу. Испугала. Да. Она, кажется, если мне не изменяет память, фотоаппарат не держала лет 15, так, да? Угу. А может, больше. Ты лучше знаешь, что сделай? Сделай всем доброе дело. Угу. Открой в своем журнале колонку. Ну, заголовок, например, такой. Еда – это смысл жизни. Угу. Да она гений фотографии, гений. Ты прекрасно об этом знаешь. И годы здесь ни при чем. Ты всю жизнь ей завидовал, поэтому и посадил ее. На кухню жарить тебе картошку с мясом, угу, и стирать твои грязные портки. Угу. Это все? Почти. Почти. Это не все. Катись на все четыре стороны. Свободен. Теперь все. Ох, Ритулечка, ты прям вынуждаешь меня сказать ей, что более страстной тёлки в моей жизни не было. А также целую в родинку, в ту, которая пониже пупка. Видишь, не забыл, не забыл. Сука. Пошел звонить твоей лучшей подруге. Ась, мам звонит. Ну что ей надо? Надоел. Мне есть своя жизнь или нет? Или я вечно буду предложением к ее жизни? Кстати, с папой все намного проще. Он, по крайней мере, не посягает на мое пространство. Ты должна понимать, ей сейчас тяжело. Тяжело? А мне легко? Сколько они с папой прожили? Это не важно. Рыкова! Ничего себе. Вы мне нужны. Слушай, он меня преследует. Ну, ты его и зацепила. Роман Вальдемарович, лечу! Все, встречаемся вечером в клубе. Пока. Ну что? Следишь? Может, подвезешь? Извини, у меня дела. Понятно. Давай. Давай. Повторяю вопрос, что мне от вас нужно? Ничего. Да? А как насчет близости и ребенка? Близости и ребенка? Я вас не понимаю, Роман Вальдемарович. Вы меня прекрасно понимаете. Я только что имел удовольствие разговаривать с вашей матерью, Мирославой Александровной, кажется. Она вела себя странно, угрожала мне. Так вот, Рыкова, я запрещаю тебе, простите, вам, посещать мои лекции. Спасибо.
Ради бога, извините, давайте я вам помогу. Вы? Вы? Откуда вы здесь оказались? Ну, если вы не заметили, я проезжал домой на своей машине. Взгляните на платье, мне трудно было это не заметить. Но вы знаете, я думаю, что вы здесь оказались совсем не случайно. Вы что, преследуете меня? С какой-то радостью. Вам лучше знать, зачем вы остановились? Чтобы помочь женщине, которая доставила неудобства. Как? Элементарно, отвезти ее домой. И вы думаете, что я поверю во всю эту билиберду? Да никто не заставляет вас верить или нет. Признайтесь лучше. Вы что, хотите мне отомстить? Да вы в своем уме? В своем? Как это низко. Так, хватит, еще давайте чего? Сюда свои сумки. Нет, отстаньте. Я отвезу вас домой. Вы еще и сексуальный маньяк. Ну, опять вы начинаете. А я и не заканчивала. И запомните, пока вы не отцепитесь от моей дочери, я от вас не отстану. Роман Вальдеварович, дешевым благородством не отделаетесь. Да, я, кажется, теперь понимаю всю странность поведения вашей дочери. Уточните. Не намерен. Это почему же? Потому что я не общаюсь с неадекватными людьми. Всего хорошего. Ой, Васька, привет. Дочь, ты вся промокла. Давай бегом, беги в душ греться. Я тоже сегодня вся промокла, еле отогрелась. Слушай, со мной такое случилось. Все расскажу, у меня уже все готово. Скорее за стол и ужинать. А ты чего на меня так смотришь? А как на тебя еще смотреть? А что, что-нибудь случилось? Ты еще спрашиваешь, что случилось? Ась, да объясни ты толком. Хорошо. Ты зачем это сделала? Что это? Украшаю. Мама, зачем ты ходила к Роману? Тебя кто просил об этом? Ну, знаешь, я твоя мать. Угу. И мне лучше знать, с кем и как разбираться. По твоей милости, я больше не буду посещать лекции Романа. Он мне запретил. Довольно? Что? Зачем ты к нему полезла? Подожди. Что? Так ты что, все сочинила? Боже мой, как же я сразу не догадалась-то. Да, сочинила. А ты удивила его своим странным поведением. Я на него набросилась, как идиотка. Так неудобно получилось. Ты называешь это неудобным, мам? Асенька, не кричи. Ну, давай во всем разберемся. Отлично, давай разберемся. Мамочка, ты не заметила, что я выросла? Не? Что я ненавижу овсяную кашу. Ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Ась, ну, не хочешь кашу, давай не будем кашу. Ну, хочешь, я что-нибудь другое приготовлю. Мама, ты издеваешься надо мной, или ты делаешь вид, что ничего не понимаешь? Ась. Постоянная Ась! В конце концов, ты мне скажи, когда тебя спрашивают, что у тебя нового случилось? Ты что можешь ответить? Что ты приготовила борщ по новому рецепту? Да? Это? Ась, ну зачем ты так? Да мне надоели. Надоели твои скатерочки выглаженные. Яблочки, фруктики, пироги с миллионами разных начинок. Меня тошнит от этого. Так, я ничего не понимаю. А я понимаю. И я понимаю, почему отец тебя бросил. Он ушел от твоего продуманного меню и халатика вот этого. Он ушел к женщине, с которой ему не бывает скучно. Хоть она и не умеет готовить мясо 50 различными способами. Илона, она классная, она интересная. С ней всегда есть о чем поговорить. Да, она не стоит целыми днями у плиты, как ты. Но, тем не менее, отец с ней, а не с тобой. Илона? А что тебя так удивляет? Да, Илона. Подожди. А откуда ты знаешь, что ее зовут Илона? А я все знаю. Потому что мы с папой друзья. И он моя гордость. В отличие от тебя. Так ты что, все это время знала, что папа мне изменяет? И молчал? За что ты так со мной? Знаешь что? Уходи. Что? Уходи отсюда. Слышишь? Хорошо.
приятного аппетита! Привет, Славка. А у меня рейс перенесли, гроза просто нереальная. 4 часа в аэропорту болтаться. А Рыков звонил? Рыков не звонил. А что с голосом? Ты мне не рада? Почему рада? Просто меня... Просто от меня Аська ушла. Вернее, я ее выставила. Выставила? Ты? Аську? Не верю. Из-за чего? Она, оказывается, знала об Илоне и вообще. Мне так плохо, Рит. Жить не хочется. Значит так, бери паспорт, вызывай такси и дуй ко мне в аэропорт. Полетим в Москву. Да, заодно прихвати фотоаппарат. Думала, конечно, после Москвы тебе сказать. Ну ладно, хочу пригласить тебя в журнал. Ритка, ты бредишь. Так, если через час тебя не будет в аэропорту, я никуда не полечу, и на твоей совести будет мой сорванный контракт. Ты меня слышишь? Слышу. Здорово. Привет. Привет. Ну что, как Вислова? Хорошо. А Аська где? Тут наверху танцует. Ну а ты чего не наверху? Не хочу. Ну ладно, я пошел к Асе. Подожди. Она сейчас спустится. Мы домой едем, я такси вызвала, а в ее район нет. Ты очень хороший, правда. Но я пойду. Хорошо, когда иногда самолеты задерживаются. Есть время на салон красоты и дьюти фри. И на текилку. Ты очень красивая, Славка. Давай за это выпьем. За тебя, за красивую.
А что там толку? Дочка меня ненавидит, презирает. А муж ушел. Знаешь что, муж твой, это отдельный разговор. Блуждающая мошонка твой муж. Да? Да. А ты знаешь, как мы с ним были счастливы? Правда? Ты знаешь, как мы с ним хорошо жили? Ты сама себя слышишь? Ты ничего не понимаешь. У меня жизнь закончена. Она перечеркнута, понимаешь? Кто я без него? Вот кто я без него? Знаешь, что? Ты человек. Ты человек, а он ничтожество. И если он вернется, не смей его пускать на порог. А если ты это сделаешь, то прости меня, пожалуйста, знаешь, за мой английский. Ты просто дура, понимаешь, дура? Нет. Я не дура. Даже. Я никто. Слав, не говори глупости. Ты самый лучший, самый добрый, самый честный человек, которого я встречала. Ты помогаешь даже тем, кто не ожидает от тебя помощи. А я дрянь. Я просто дрянь. Ритуль, не говори так. Нет, ты знаешь что, я хочу тебе рассказать кое-что. Ну, говори. Только пообещай, что ты не будешь меня ненавидеть. Как я могу тебя ненавидеть? Я же тебя люблю. Говори. Я спала с Николаем весь позапрошлый год. Я не шучу. К сожалению, это правда. Я тебя за это ненавижу. Прости меня, пожалуйста. Нужно из камеры. Сейчас посмотрю. Илончик, привет. Ася. Здравствуй. Мокрющая какая. Мокрая, голодная. Слушай, ну я Колобок. Я от мамы ушел и к папе пришел. Теперь я буду жить с вами. Рада? Очень. Папа где? В ванной. Ага. Так. Папуль, привет. Привет. Аська, я скоро. Ой, слушай, у вас в холодильнике ничего нет.
Давай я схожу в супермаркет, куплю что-нибудь вкусненькое, приготовим, вот, и устроим классный первый семейный ужин. Как тебе идея? Отличная идея. Ты уж извини, холодильник пустой, потому что мы с твоим папой собирались ходить в кинотеатр и поужинать в ресторанчике. Поэтому ничего не приготовили и есть нечего. Все, поняла. Кино отменяется и ужинаем все вместе дома, да? Супер. Ася, ты не поняла. Просто мы с твоим папой хотели... Ну, мы же не знали, что ты придешь. Устроить... Ну, как тебе сказать? Так и сказать. Устроить ужин на двоих. Только я и папа. Ася... Асенька, ну ты не обижайся, ну. Времени у вас до часа. Поторопитесь. Ник. Кошка, уже выхожу. У нас проблемы. Твоя дочь собирается жить с нами. Внимание, пассажиры. Скоро полетит. Подожди. Посадка на рейс задерживается. Время и выход на посадку будет объявлено дополнительно. Вы знаете, а я тоже боюсь летать. Но есть одно средство. Сейчас сядете в самолет, там будут носить различные алкогольные напитки. Можно выпить виски или любой другой алкоголь. А, вы иностранка. И не владеете великим русским языком. Я не иностранка. И с незнакомцами я не разговариваю, тем более об алкоголе. У вас рейс тоже задержали? Нет. Я просто никуда не лечу. Рейс отменили? Нет. Обстоятельства. А я должен был быть в Риге 3 часа тому назад. Но тоже обстоятельства. Знаете, мне кажется, что... Обстоятельства – это тот самый шанс, который нам дается сверху, что ли. Для того, чтобы мы не пропустили что-то очень важное в нашей жизни. Просто иногда, может быть, надо оглядеться вокруг. Как вы думаете? Широко открытыми глазами. Простите, я что-то не то сказал? Да нет, все то. Знаете, я никогда нигде не была, но так... На землю мечтала посмотреть сверху. Я сама все отменила. Из-за близких мне людей. Потому что всегда была уверена, что они достойны любой жертвы. Мне трудно судить. Почему? Моей жены давно уже нет, а детей не случилось. Но мне кажется, вы правы. Любимый человек достоин любой жертвы. Вы? Не может быть. Ну вот я и оторвалась от грустных мыслей. Ведь мысли были действительно грустные. Напрасно иронизируете. Хочу попроситься вас прощения. А есть уже за что? Есть. А вот и ваш рейс. Малыш, какой рядом. Чудный пес. Малыш. Я хотела попросить прощения за Аську. Она хорошая, правда? Всего хорошего. Всего хорошего. Легких крыльев вам. Спасибо. Пассажир Озерич, Преториус, Петров. Срочно пойти к выходу номер 5. Мирослава. Я понимаю, что сейчас мое предложение прозвучит как безумие, но чем черт не шутит? Вы, кстати, паспорт не потеряли? Внимание пассажиров, вылетающих к отправлению рейса 110. Посадка на рейс задерживается. Да где же он? О, Господи, как вы меня напугали. Давайте сюда. Зачем? Я в кассу. Малыш.
мой дом. Идите со мной. Ну, идите, не бойтесь. Давайте руку. Зачем? Открою вам страшную тайну. Закрывайте глаза. Закрывайте, закрывайте. Кажется, я схожу с ума. Не бойтесь, не бойтесь. Что это? А бояться уже поздно. Это тайник и ключ-дубликат. Доброе утро. Доброе утро. Роман. Ты удивительно красивая. Я должна объясниться. Вы, наверное, подумали, что... Ну, я не такая, со мной такое впервые. Я верю. И знаю.
где Илона? Илону не видели? Там. Илона в спальне. Ты чел, ты офигел? А что вы здесь делаете? 10 минут. А это вообще-то моя спальня. Дядя, отвали. Отвали? Ну хорошо. Значит так, даю 7-10 минут, чтобы быстро отсюда все свалили. Скажи, время пошло. Все вышли отсюда. Ты? Ой, ребята, он пошутил. Да не надо, не уходи. А ты не будь на праздник. Может, поедем ко мне? Чего ты? Отсюда! Ты что так хочешь? Опа, ну держимся. Давай продолжай. Ужас. Какой ужас. Что такое? Почему не танцуешь? Значит, со всеми будет так, если через 10 минут все не свалят. Быстро отсюда! Быстро свалили отсюда! Все нормально, не слушаем его. Илончик, Илончик, поехали. Поехали ко мне. А ты кто такой? Это Артур. Не слышу. Я? Артур. Артурчик. Откуда я тебя знаю? Рожа знакомая. Да кто его не знает? Ты же Артур. Вообще-то я клипмейкер. А, клипмейкер. Да. Я звезд... Руки убери! Ты клипмейкер. Что делаешь? Да, ты, ты же ему шею сломаешь, горилла. Ты что здесь натворила? Ах ты дрянь! Урод! Артур! Ах ты дрянь, стоять! Спасибо тебе, Кость. Да не за что. Все равно не нашли. Может, в милицию заявить? Ой, слушай, ничего с ним не случится. Наверное, где-нибудь с тетей Ритой слезы льет. А кто это? Это мамина подруга. Ну так позвони ей. Еще что? Я тебе что, поисковая собака? На, я пошла. Ась, у тебя мама пропала, ты это понимаешь или нет? Ну, у тети Риты тоже мне зона доступа, точно так же, как и у мамы. Артурчик! Значит, где-нибудь вместе зависают. Артур! Заткнись! Никуда ты не пойдешь! Это что? Артур! Или тебе что, интересно с этим ублюдком? Да сам ты ублюдок, отстань от меня! Ты как со мной разговариваешь? Ты шалава! Ты во что превратила квартиру? И что это собралось за сброд? Это не сброд, это участники клипа. Куда ты лезешь? Здесь вообще-то одностороннее движение! Ты что, самый умный, да? И вообще, что ты с ним делала вдвоем в туалете, а? Пробу, что ли, проходила? Представь себе, он мне пообещал главную женскую роль. А разбросанные презервативы, это что, надувной шарик? Ты что, за идиота меня держишь? Ты сам себя за идиота держишь. Посмотри на себя, блин. Ты куда? Отдела местного разлива. Ты куда? Куда-нибудь. Ты куда без меня не пойдешь? Папа, ты куда? Вернись, пьяный, я сказал. Ась, привет. Привет. А что это ты здесь делаешь, и кто это с тобой? Папочка, это мой одногруппник Костя. Добрый вечер. Поздоровайся с ним. Приличные люди здороваются при встрече. Илона, под машину попадешь! Да никуда твоя Илоночка не денется. Алло, на мне сфокусируйся сейчас. Что? Костя меня возил на дачу. Слышишь? Так. Мамы там нет. Соседи сказали. Ну что? Илона! Со вчерашнего вечера. Пап, с ней могло что-то случиться, понимаешь? Ничего с ней не случится. Отстань, я тебя прошу. Пап, что значит отстань? Мы чуть попозже об этом поговорим. Кошечка! Илончик, вернись! Не смей садиться в машину! Козел. Что? Подай шлем. Ненавижу. И его, и маму, и всех ненавижу. Поехали. Куда? Куда? К тебе. Ты этого хотел? Или испугался? Ты серьезно? Серьезно. Поехали, пока не передумал. Ась. Да хоть ты можешь помолчать? Поехали.
Доброе утро. Не буди, пожалуйста, твоего хозяина. Ты самый лучший пилот в мире. Спасибо. Слава. Алло. Привет. Ну, наконец-то. А я думал уже заявлять в милицию. Зачем? Как зачем? Куда ты пропала? Ладно, я приеду, нужно забрать кое-какие вещи. Чего ты молчишь? Ты меня слышишь? Сейчас не получится. Почему? Заезжай вечером. Почему? Ты где, дома? Нет, я не дома, я в Юрмале. До встречи. Малыш, где Слава? Малыш, где Слава? Пойдем искать Славу. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Из Москвы прилетела, смотрю, ты стоишь. Я стою. Ага. А я могу тебя подвезти, у меня вот сейчас водитель подъедет. Наверное, не надо. Слав, а может быть, мы куда-нибудь зайдем в ресторан поговорим? Мы же с тобой уже обо всем поговорили. Да. Ну, может быть, это не будет для меня никаким оправданием, но я уволила Рыкова. Тогда я забыла тебе сказать. А можно я тебя прошу? Не молчи, пожалуйста, не молчи. Прости меня, я эгоистка, я...
Я просто люблю тебя как сестру. Я прошу тебя, прости меня. Я в Москве вообще даже не могла вести переговоры. Прости меня, пожалуйста. Я сама не могу до сих пор себя простить. Я люблю тебя как сестру. Прости меня, пожалуйста. Мне не прощать тебя нужно, а благодарить. А за что? За любовь. Я позвоню тебе. Ты знаешь, я никуда тебя не отпущу. Лиду, я прошу тебя. Привет, Николаш. Привет. Ты чего стучишь? У тебя же ключ есть. Есть, но как-то неловко. Перестань, Николаш, это и твой дом. Да это понятно. Я очень спешу, ты не принесешь мне мои рубашки? Сейчас. Спасибо. Вот. А спортивный костюм? Прости, но он в стирке. Приезжай завтра, я приготовлю. Скажи, ты делаешь это специально? Что? Слав, не прикидывайся. Я же вижу, ты ищешь любой способ, чтобы со мной встретиться. Да. Спокойной ночи. Я очень устала, извини. Аську поцелуй за меня. И поторопись, начинается дождь. Черт знает что. Я твой муж и имею право знать, что происходит. Ты слышишь меня? Зачем, Николаш? Можешь со мной разговаривать, хотя бы не спиной? Не кричи на меня, пожалуйста. Мне кажется, ты сходишь с ума. Ты прав, с одним но. Я уже сошла с ума. Николаш, я влюбилась. Что? Я влюблена. Сколько раз я говорила, что ненавижу твой дурацкий юмор? Я не шучу. И кто же он, если ты не шутишь? Аськин преподаватель. Что? Аськин преподаватель? Я все понял. Ты специально это все придумала, чтобы я начал ревновать. Признайся, Слав, ты это делаешь специально? Нет. Значит, Юрмалы, это не бред? Нет. Ты летала к нему? Мы вместе летали. Слав, один вопрос. Ты с ним спала?
Алло. Привет, милый, а ты где? Я еду домой. Представляешь, съемки затягиваются до утра, а потом заберешь... Заберу, если не забуду. Разбуди, все. Целую. Сколько раз? Сколько раз ты с ним спала? Алло! Алло! Я его не увижу. Все кончено. Не плачь. Не плачь. Славочка. Ты моя жена. Да. Ты моя жена. Я твоя жена. Пойдем спать. Пойдем, я тебя уложу. Пойдем. Ну, пойдем. Моя жена. Пленка уже проявляется. Спасибо. Как вас зовут? Марта. Красивое имя. Спасибо. Марта, скажите, пожалуйста, а кому пришла такая прекрасная идея? Вот ателье и
кофейни в одном лице? Моему прадеду. Он был фотографом, а моя прабабушка была прекрасным кондитером. Перед свадьбой они долго спорили, что же лучше, фотоателье или пекарня. Чуть не расстались. А потом решили, что утренний кофе со сладкими булочками любят все. А сфотографироваться сам Бог велел. Ну и как, расчет удался? Абсолютно. С 39-го года ни дня без выручки. Но я пойду сделаю фотографии. Да, конечно. У вас здесь очень уютно. Странно, что я раньше сюда не заходил. Да, жаль. Наверное, потому что раньше вы не фотографировали. Особенно таким дедовским способом. Кстати, как вам булочки? Спасибо, очень вкусно. Обязательно возьму с собой в самолет. Сама пекла. Так, что у нас получается? Ой. Марта, что случилось? Ужас. Они почему-то получились черно-белые. Извините, пожалуйста, я перепутала раствор, со мной такое впервые. Наверное, потому что заболталась. Хотя, вы знаете, мне кажется, что в черно-белом исполнении не лучше. Согласны? Да, действительно, так даже лучше. Я вам упакую их. Вам все-таки не нравится? Как моя черно-белая жизнь. Вот. Спасибо. Это компенсация. Спасибо. Я, пожалуй, пойду. Извините, пожалуйста. Все в порядке. Малыш, пойдем. Малыш. Пойдем. За мной. Ко мне. Молодец. Булочки. О, доброе утро, Славочка. Доброе утро, Николаш. Машина чё-то барахлит. Наверное, после вчерашнего вода в карбюратор попала. А что у нас сегодня на завтрак? О, оладьи. Это же просто восторг. Так, ух ты. Кофе будешь? Конечно, спасибо. Так. Как же я соскучился по твоей стряпне, Славочка. Ты даже не представляешь. Всего 4 дня, как ушел из дома, уже соскучился. А я никуда не уходил. Я просто переехал в город на время. Что тебе приготовить на ужин? Слав. Я сегодня вынужден остаться в городе. Очень много работы. Правда. Ты должна меня понять. Я понимаю. Угу. Умница, как вкусно. Спасибо, Славочка, большое. Восхитительная еда. Жаль, что блинчики не попробовал. Я побежал. Все очень вкусно, просто времени уже нет. Подожди. Что? Ваське передай, Ладушке. Славочка, нету времени, правда. Я просто сразу еду на работу. Не обижаешься? Не обижаюсь. Спасибо. Обещала, помнишь? До завтра.
Вот мы и приехали, дружище. Вроде как и не уезжаю. Соскучился, пардон. Я тоже соскучился. Но сначала нам надо заехать к одной нашей знакомой. Договорились? Обиделся, что ли? Превращаешься в кисейную барышню. Запрыгивай. А мы догоним. Хорошо. Аська, у меня что, галюны? Нет, Кать, не галюны. Я ночевала у него. А что? Ты гонишь? Уже вторую ночь. Вторую ночь? Подожди, и что, у вас все было? Угу. И как? Ну как? Мне никак. А пацан счастлив до потери пульса. А как его мама? В отпуске на даче. А твои родители? Да им вообще плевать на меня. Матушка куда-то забурилась, отец совсем с ума сошел со своей тёлкой. Никому до меня нет дела. А что дальше будет? Дальше? Кость хочет, чтобы мы вместе жили. А ты хочешь? Я? Я что, похожа на самоубийцу? Аська, а как же Роман? Ты помнишь, он уже приехал? Еще бы я не помню. Представляешь, он все эти два дня был вне зоны. Привет, Катя. Привет. Че лыба такая? Лыба? Мы с Асей решили пожениться. Да? Поздравляю. Спасибо. Кость, немного ты на себя берешь? В смысле? Успокойся. Еще никто ничего не решил. Идем, на пару опоздаем. Я реферат написала, но переживаю. Ты же знаешь, какой Роман дотушит. Несмотря ни на что.
Я не понимаю, что происходит. Ты меня позоришь. Ты мне грим не дал снять. У меня на голове черт знает что. А ты думала, что я, увидев это, молча на это отреагирую, да? Почему ты мне истерики вообще устраиваешь? А как ты хотела? И ты для этого уселась для него у него на коленках, правильно? Да он режиссер, он мне объяснял задачу. Я села на стол, мне так было удобно. Все. А юбку для этой цели задрала? Да я в шортах, кретина, и не ори на меня. Стой! Нужен ты мне очень, терпеть. Что я сказал? Отпусти меня, мне больно. А он хватает, не больно? Ты рай обещал, сам к нам дочку притащил, я на это не подписывалась. Я же тебе говорил, она будет жить у нас временно. Все, отстань, отвези меня домой, я соберу свои вещи. Я тебе соберу. А если я тебе буду закатывать истерику по поводу каждой твоей фотосессии и буду говорить, что ты спишь со всеми своими моделями? Я хочу забрать вещи. Че, пялишься? Кошка. Ну, прости меня. Ну, я старый дурак. Просто я ревную. А хочешь узнать, что я тебе купил? Что? Смотри. Какая прелесть. Они что, бриллиантовые? Угу. Для тебя. Точно, старый дурачок. Сюрпризы продолжаются. Завтра я тебя отправлю на неделю на море. Какая же ты у меня красивая. Ой. Иди-ка. Ну-ну-ну-ну. Поехали домой, Отелло, пока твоя дочка не приперлась. Это жесть, Аська. Они оба не сводят с тебя глаз. Я же тебе говорила. Мексиканский сын. Уважаемые коллеги, время вышло. Сдаем работы. Кто не успел, добро пожаловать на отработку. Мне понравился ваш прошлый реферат. Спасибо. Саша, подожди меня. Час перерыва, может, съездим на озеро. Ась, ты как? Кать? Здорово. Я за. Рыкова! Рыкова, подойдите, пожалуйста. Да. Так мы едем или нет? Вы меня подождите? Или... Едь с Катей. Отойди! Всего доброго. Вот. Ася, мне нужно с вами поговорить. Да, конечно. Всего хорошего. А... Спасибо. Может, уйдем отсюда? Да, конечно, мы уйдем отсюда. А можно я возьму вас под руку? Зачем? А, да, я понимаю.
Для конспирации не стоит. Спасибо, до свидания. Так, Рыкова, какая конспирация сейчас? Сейчас пойдем. Ребят, сдавайте работу, пожалуйста. Передай, пожалуйста. На озеро поедем? Всего хорошего. Ну что, пойдем? Прошу. Да. Костя, подожди. Что? Ну что еще? Что ты за ней бегаешь, как собачка? У тебя гордость есть? Я люблю ее. А все остальное мне по барабану. Ясно. Ты, конечно, дело как знаешь, но мой тебе совет. Помучь ее своим невниманием. Посмотришь, что будет. Все, иди. Пока. Мне нравится этот столик. Присаживайтесь, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Что желаете заказать? Мне бокал шампанского и мороженое. Хорошо, а что вам? А мне воду без газа, пожалуйста. Хорошо. Ну вот мои дни. Теперь ты можешь сказать все, что хотела. Ой, извините. Вы. Хорошо. Чувствую себя идиотом. Смелее. Ася, мне нужна ваша помощь. Помните рассказ Бунина «Солнечный удар»? Да, конечно. Мой любимый. Он и она встретились. И у них случилась случайная страсть. Внезапная? Да, внезапная. Они подумали, что это случайность. А потом оказалось, что это любовь. Но они все равно расстались. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на 10 лет. Вот и я тоже чувствую, что постарел на 10 лет. Почему? Понимаете, Ася, это как солнечный удар. Простите, я понимаю, что выгляжу как идиот, но у меня нет другого выхода. Ася, мне нужен телефон вашей мамы. А зачем вам телефон моей мамы? Я хочу с ней поговорить. Поговорить? О чем? О ней и обо мне. Простите, давайте я передам свой номер. Я сейчас запишу. Не надо, у меня есть ваш номер. Откуда у вас мой номер? Неважно, я не понимаю. А что у вас может быть общего с моей матерью? Что общего? Я ее люблю. Зачем? Ася, простите, я понимаю, что выгляжу как идиот, но у меня нет другого выхода. Зачем вы все это мне говорите? Если честно, сам не знаю. И давно вы знакомы? Давно? 2 дня. 2 дня? 2 дня мама не выходила на связь. Она была с вами? Ну, я была на даче, там никого не было. Мы были в Ермоле. Вы были в Ермоле вместе? И что? Она ушла, не предупредив. Я сегодня прилетел, сразу же поехал к вам на дачу. И мне показалось, что она там, но не хочет со мной разговаривать. Я не знаю. Не могу понять, почему. Она мне даже ничего не сказала. Даже не позвонила. Бедная несчастная овечка. Ася.
Что? Роман Вальдемарович? Мне очень нужен ее телефон. Пожалуйста. Обойдешься. У меня спортивный режим. Жду тебя. Что он от тебя хотел? Ничего. Отвези меня к папе на работу. Немедленно. Только заедем домой за шлемом. Давай, быстро. Все бездельники. Где? Где, кстати, интервью с Пенелопой Круз? Почему я его не вижу до сих пор? Где на столе? В папке? Их тут 5 Тетя папок. Вит. Можно? Заходи. Где оно лежит? А, где папа? Привет, давно не виделись. Здрасте. Там фотостудия закрыта, мне папа нужен. Папа, папа, папа. Угу. Так, а где наш папа? Папа. А что папа? А папа здесь больше не работает. С мамой помирилась? Как не работает? А папу я уволила. Ничего себе. С мамой я спрашиваю, помирилась? А, подождите. Вы уволили папу, потому что он ушел от мамы? А это, деточка, не твое дело. Так что у тебя с мамой невоспитанный ребенок? Все хорошо? Более чем. Она с ума сошла. Угу. А ты мне не хами. Я этого, знаешь, не люблю. И играть с тобой в демократию? В демократию не собираюсь. Я задаю вопрос еще раз. С мамой ты помирилась? Попросила прощения? Вы бы так не волновались, тетя Рита. Мамочка отличилась больше, чем папа. Отбила у меня препода, уехала с ним в Юрмалу. Скоро скажет и мне, и папе адью. Вот так. Слава? Угу. И что, давно это произошло? Ну, дня 3 назад. Странно, что она вам сказала. А почему странно? Вы же лучшие подружки. Ага. Ничего себе. Круто, да? Круто. До свидания. Пока-пока. Пока. Вот Славка. Вот Тихоня. Обожаю. Асенька, девочка моя, как я соскучилась. Все-таки вернулась. Ну, здравствуй. О, Господи. Где ты была? Я? Ты, наверное, есть хочешь? Пойдем. У меня там курица готовится. При чем здесь курица, мама? Я не об этом. Что у тебя нового в жизни случилось? Хотя, я, кажется, знаю, что. Тебе отец рассказал? Я в шоке. Боже мой, бедный папа, что, тоже в курсе? Нет, не папа, твой любовник. Клянчил сегодня у меня твой телефон.
Это что за мальчик? Не твое дело. Я вообще не понимаю, как ты могла такое вытворить. Молчишь? Угу. Как мне теперь всем в глаза смотреть? Тебе не стыдно? Асенька, подожди. Я не понимаю. И потом, это ведь мое право. Твое право? Твое право. И это моя мать? Фантастика. Это что такое? Отчаянные домохозяйки устраивают сексуальный бунт? Ты кем себя возомнила? Цветочки, горшочки. А теперь греческая смоковница во плоти. Какой позор. Что, нечего сказать? Ты меня сейчас очень обидела. Я тебя обидела? А ты думала, как на мне отразится то, что ты стала любовницей мужчины, которого я люблю? Ну, о чем ты говоришь? О чем? О том, что я тебе об этом говорила. И ты знала. И наплевала. Я не хотела, правда. Мне очень жаль, что тебя это так ранило. Я вообще, это очень длинная история. Все произошло случайно, я тебе расскажу. Я уверена, что ты меня поймешь. Ты же взрослая. Ты же самый родной мой человек. У меня никого нет ближе, чем ты, дочь. Это типа, я уже взрослая, а ты моя подружка? Все, мама, разговор окончен. Ася! Все. Ася, разговор мама, не окончен. Пожалуйста. Ася, мама, ты не права. Мам, Ася, все. Девочка моя, ну останься. Мама, мама, дочка, мама, так пожалуйста. Нельзя это. Я тебя никуда не мама, отпущу. Мам, послушай, я тебя ненавижу. Остановись. Понимаешь? Ненавижу. Это же жестоко. Ненавижу. Ты мне очень нужна, не уезжай. Алло. Нет, это не Ася, это ее мама. Она забыла телефон, перезвоните. Бери меня отсюда, пожалуйста. Рул. Слава! Скажи, почему? Я испугалась. Чего? Любви к тебе. Но это же глупо. Я знаю, что глупо сбежала, что глупо сделала больно себе. Не только себе. Прости меня, я все фотографии разорвала, ни одной не осталось. У нас же сохранилась пленка. Мы сделаем миллионы. Миллионы фотографий. Миллионы. Да это просто черная жемчужина, Наоми отдыхает. И откуда ты приехала? Из Изюма. Из Изюма? Ой, какая красивая ласка. У меня прическа. Хорошо, что не из чернослива. Я не шучу, это город такой. Город такой? Изюм столица Эфиопии? Не, а если вы намекаете, что я такая, так мой папа сидел 3 месяца работаем в нашей годы. Городской тюрьме. За что сидел? За то, что был нелегал. Да ты что, в одной камере вместе с мамой? Не, мама работает уборщицей в тюрьме.
городской. И я ей помогала до прошлого месяца. Помогала? Да, но мои полставки сократили. Пришлось сюда ехать на заработки. Моделью работать. Черт, кого-то принесло. А, это ты, Ася. Привет. А что ты не позвонила? Здрасте. У тебя телефон отключен. Мне Илона сказала твое местонахождение. Есть разговор. Ты это, кошка? Я не кошка, меня зовут Зина. С сегодняшнего дня будешь кошкой. Иди в буфет, чего-нибудь покушай. 15 минут перерыв. Пап, а можно быть более изобретательным? В чем? Все твои субнаборы – это кошки. Или это означает, что Илона может сплести лапти? М? Асенька, а что у нас с настроением, а? Все хорошо. Все хорошо, кроме того, что наша мама сошла с ума. В смысле? Папа, я все знаю. Я знаю, что ты знаешь. Почему ты мне ничего не сказал? М? Будем молчанку играть? Я сам об этом узнал только вчера вечером. И что? Отступил? Вот так просто взял и отступил. То есть ты позволишь какому-то несчастному поэтишке разрушить нашу семью? Или ты совсем помешался на своих кошках? Ну что ты молчишь? Что ты молчишь, папа? Ась, успокойся, все будет хорошо. Да ничего не будет хорошо, она с ним. Она не с ним, у них там все. Угу. Я их видела сегодня вместе. Где? На дачной дороге, я вернулась телефон забрать. А они были так гадко счастливы, что даже меня не заметили. Она же обещала. Обещала? Да, она дошла до того, что рылась в моем телефоне, чтобы найти его номер. Господи, как ты меня напугал. Николаша, доброе утро. Что ты? Что ты здесь делаешь? Доброе утро. Я ждал тебя. Зачем? Зачем? Николаша, не заводись. Не заводись? Я ждал тебя всю ночь, а ты шляешься неизвестно где. Тебе не стыдно? Отпусти меня. Тебе что, доставляет удовольствие издеваться надо мной? Нет. Ты была у него? Да. Я пришла, чтобы забрать свои вещи. Я тебе не отдам ни одной твоей вещи. Хорошо, я уйду без вещей. Что ты творишь? Что ты творишь? Ты моя жена, ведешь себя как последняя шлюха. Так тем более отпусти меня. Зачем тебе жена, шлюха? Я тебя никуда не отпущу. Ты подумала? О дочери, о нас. Ты никуда не пойдешь. Николаша, я просто люблю его. И ничего не могу с собой поделать. Это как наваждение. Прости, пожалуйста, что делаю тебе больно. Отпусти меня. Пожалуйста. Да, одну минутку. Маргарита Сергеевна, где ваша пациентка? У нас прием заканчивается. Извините, пожалуйста, я сама жду ее с минуты на минуту. Телефон не отвечает. Ну, наконец-то. Ой. Вот она идет. Иди сюда. Ну, где ты была? Где ты ходишь? Сейчас. Здрасте. Секундочку. Здрасте. Ну,
ты же знаешь, как тяжело попасть к этому врачу. Я и так развлекала их полчаса, как могла. Прости меня, Ритуль. Пробки на дорогах. Я тебе миллион раз говорила, ты совсем не умеешь врать. Опять была в университете? И что, Ася вышла? Хуже. Что? Ты представляешь, меня увидела, кинулась как очумная. А там студенты стояли, ее однокурсники. Так стыдно. Так, ты когда закончишь уже свои крестовые походы? Все, дурдом, я опаздываю. Я побежала на работу, я тебя очень прошу. Давай все остальное. Я прошу прощения, можно побыстрее? Да, сейчас прям буквально секундочку. Спасибо большое. Как только ты получишь результаты анализа, сразу мне отзвонись, ладно? Обещаешь? Да, торжественно клянусь. Все, пока. Пока. Спасибо, до свидания. Да? Я от Маргариты Сергеевны. Моя фамилия Рыкова. Рыкова? Рыкова почему так не смело? Проходите. Варвара Денисовна, я знаю, что к вам попасть невозможно, но я хотела поражать у вас. Мне 39, я начиталась о всяких патологиях, и я очень волнуюсь. Не вижу никаких поводов для волнений. Ориентировочно 10-12 недель беременности, так что смело можем становиться на учет и рожать. А пока в мусорник всю литературу, идите домой, готовьте романтический ужин при свечах и сообщайте супругу эту приятную новость. И, конечно же, не забудьте о новом платье. Спасибо. Я хотела тебя позвать сегодня на романтический ужин. Здравствуй, Слава. Ром, я тебе перезвоню. Целую. Можно? Я присяду. Не ожидал тебя увидеть. Здравствуй, Коля. Как живешь? Счастливо. А ты? А я соскучился. Фантастическое преображение и столько уверенности в себе. И смелости столько. Ну что ты? Николаш, скажи мне лучше, как Ася? Ты знаешь, она меня совершенно игнорирует, трубки не берет и в университете от меня бегает. Она где живет? На квартире или на даче? Ася живет у мальчика. У какого мальчика? У однокурсника. Мы, к сожалению, с ней редко общаемся. Видишь, как все из-за тебя развалилось. Как карточный домик. А как Илона? Ее, кажется, так зовут. Я не ошиблась. Мы расстались. Что так? Так, да. Да ладно, что теперь об этом говорить? Ты извини, Коля, но мне пора идти. Славочка, честно, я ошибся, но кто не ошибается? Поздно, Николаш, понимаешь? Поздно. Ну не драматизируй. Слав, ну что ты? Да нет, ну что ты, какой драматизм? У меня новая жизнь. Меня любит человек, без которого я не могу даже дышать. И у нас будет малыш. Мне только очень Аська беспокоит. Коль,
помоги нам, пожалуйста, встретиться, а? Я так скучаю. Ну, пожалуйста. Алло, Ась. Да. Здравствуй, это папа. Па, я еще узнаю твой голос. Как ты? Нормально. Чем ты занимаешься? На тренировке. Ты можешь ко мне подъехать сегодня вечером? Па, нет, я ненавижу твою жлобиху Белоснежку. У тебя что-то случилось? Случилось. Только не у меня, а у твоей матери. Что у нее случилось? Она беременная. И хочет, чтобы я вас свел. А где ты ее видел? В торговом центре. Давно? Сегодня. Так что позвони, если хочешь. Все, целую. Она точно беременная? Да, беременная. Мать твоей дочери беременна? Значит, это твоя жена. Нравится? Какая же ты, Зина, дура. Почему я дура? Пора с тобой заканчивать. Почему? Потому что надоело. Кость! Кость! Скажи, ты меня любишь? Но ты же прекрасно знаешь. Я хочу еще раз это услышать. Да, я тебя люблю. Звонил мой отец. Сказал, что моя драгоценная мама беременна. Представляешь? Прикольно. Что здесь прикольного? Это значит, что она теперь всегда будет с ним. А ты хотела, чтобы он всегда был с тобой? Как ты не понимаешь? Я хотела, чтобы мама вернулась к отцу, потому что он страдает. Ась. Что? А ты меня любишь? Ну, а чего бы я тогда с тобой жила? Тогда... Выходи за меня замуж. Хорошо. Только помоги мне кое в чем. Что-то уже придумала? Пока еще ничего, но за мной не заржавеет. Я просто хочу заставить ее хоть немножко пострадать. Ась, ты сама слышишь, что говоришь? Это ты к чему? Ась, ну, ты должна понять, что она твоя мать. Но чтобы понять это, ты должна встать на ее место. Она же волнуется, переживает, она всю жизнь отдала тебе и отцу. Угу. Значит так, проповедник, ты, может, заткнешься? У тебя все классно? Все хорошо у тебя? Ты всем нужен. А я никому не нужна, даже собственной матери. Ась, ну позвони ей, ну я же хочу, чтобы... Я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Угу. Ась. Короче, мямля, никаких у нас не будет хорошо. Сегодня вечером я переезжаю к отцу. Пожалуйста, привези мне мои вещи.
прости, вы что на совет затянулся? Я тебя люблю. И я тебя. Тебе спасибо. Очень идет этот цвет. Очень красивое платье. Да? Я старалась. И еще я заказала тебе бокал твоего любимого вина. Спасибо. А ты? Пожалуйста. Почему сок? Почему ты на меня так смотришь? Пусть все присутствующие здесь женщины простят мне мое хамство, но я хочу, чтобы это знали все. Это самая прекрасная женщина, которую когда-либо встречал. Ты сумасшедший. И еще. Подожди, Ром. Я хочу тебе сказать одну очень важную вещь. Ром, у нас будет малыш. Подожди. Ты не рад? Нет, я, конечно, рад. Слава. Подожди. Ром, я рад. Пожалуйста, не оправдывайся. Этот ребенок все равно родится, даже если ты меня оставишь. Какое бы ты ни принял решение, я все равно буду тебе благодарна за эту жизнь. В любом случае. Слав, я никогда тебе этого не говорил. Моя жена умерла во время родов. Лопнул сосуд в голове. Ни ее, ни ребенка не спасли. Я тогда сказал себе, что больше никакой семьи. Но я встретил тебя. Если с вами что-нибудь случится, для меня все потеряет смысл. Господи, как ты меня напугал. Ну что может случиться? Ты что? Врач сказала, все прекрасно. Ром, ну его этот романтический ужин. Пойдем лучше домой. Познакомились они летом на одном из волжских пароходов. Он поручик. Аська, что происходит? Она прелестная, маленькая, загорелая женщина. Ничего. Нет, я что, дура? Сказал, что едет из Анапы. Что ты как в рот воды набрала? И Костя тоже. Я совсем пьяна, смеялась она. Вот записка от него. Вообще, я совсем с ума сошла. 3 часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Поручик целовал ее руку, а сердце его блаженно и страшно замирало. Что там? Оба так исступленно задохнулись в поцелуи, что ничего. Много лет страдали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытывал за всю жизнь ни тот, ни другой. Пошли. Ты иди, я догоню. Уважаемые коллеги, спасибо. До следующей лекции. Ну, давай. Это мой реферат. В прошлый раз не успела сдать. Всего доброго. Всего доброго. Так, книжку взял. До свидания. Роман Вальдемарович, а можно поговорить с вами? Да, я тебя слушаю. Я знаю, что папа вчера встречался с мамой. Вот, и мама сказала ему, что у нее будет ребенок. Поздравляю вас. А еще он сказал, что мама хочет со мной встретиться. Я был бы тебе очень признателен. Она переживает, каждый день о тебе говорит. А учитывая нынешнее положение Славы,
твоей мамы. Я бы тоже просил тебя об этом. Вы ее любите? Очень. Сегодня вечером я буду у папы. Если она захочет, пусть приходит. Угу. До свидания. До свидания. Вася! Я, кажется, ее убил! Славик! Славик, ты дома? Ой, ты здорова. Тапки хозяйки вкуснее? А что, наша многодетная мама еще не вернулась? Понятно. Что? Что такое? Хочешь гулять? Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Пошли. Забастовка? Хорошо. Я предлагал, ты отказался, да? Тогда я на полном основании иду ужинать. Все. Смотри. Пошли. Малыш, ты чего, а? Ты не заболел? Ну, что с настроением? Ты чего? Ну-ка, дай нос. Да нет, все нормально, холодный, мокрый. Ух ты, ну не капризничай. Симулянт. Пойдем ужинать. Папочка, приятного аппетита. Мамочка, скоро будет. Не забудь угостить малыша. Ты слышал, тебя велено угостить. Уже скучаю. Я тоже скучаю. Ой, посмотри. Малыш, я сейчас нажалуюсь на тебя. Вызываемый абонент находится вне зоны доступа. Слушай, тебе просто повезло. Да. Вера. Вера. Верочка! Далеко не убегай.
это я. Что со мной? Мам, ты что, вообще ничего не помнишь? Что со мной? Тебя напали? И ты упала? И разбилась. Разбилась. Я сейчас папу позову. Он всю ночь ни на секундочку не отходил от операционной. Сдал кровь для тебя. Мамочка. Вера! Иди ко мне. Мама! Мама! Спасибо. Главное, что ты жива. Правда, я хочу все вернуть. И если ты вернешься, я сделаю нашу жизнь сказкой. Рит, я был уже на даче. Там никого нет. У нее постоянно отключен телефон. Я чувствую, что-то случилось. Ром, не паникуй. Сейчас я поеду к ним домой. Правда, почему-то у Аськи и у Рыкова телефоны тоже отключены, но будем надеяться на лучшее. Ну вот как ты мог ее к ним отпустить? Ладно, пока, я поехала. А потом в операционную. Вы не подскажете, где 28-я палата? Как она? Я так испугалась. Ее когда в палату увезли, она была совсем белая. Папа чуть с ума не сошел. Ась. Нужно пойти и все рассказать. Кому? Твоей маме. Чтобы она еще узнала, что ее дочь мразь. А я тебя просил. То есть ты хочешь сказать, что это я во всем виновата? А я ничего не хочу сказать. Я просто хочу, чтобы этого дня никогда не было. Это он виноват. Я его ненавижу. Thank you.
Ты куда? Не знаю. Кость, пожалуйста, останься. Я тебя прошу, пожалуйста. Вернись. Я поеду, еды тебе привезу. Очень хорошо, Мирослава. Вы мне нравитесь. Операция была серьезная, но вы молодец. Сложная. Переломы. Нет, сильные ушибы. А. Ребенок. Вы поступили в очень тяжелом состоянии. У вас было внутреннее кровотечение, разрыв внутренних органов. Операция длилась 5 часов. К сожалению, мы его потеряли. Вам нельзя волноваться. Потеряли. Скажите, доктор. А у меня еще могут быть. Я привык говорить правду. Боюсь, что нет. Мне очень жаль. Поправляйтесь. Ася, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Где она? Кто она? Ася. Ася, пожалуйста, не надо. Ты же знаешь, о ком я говорю. Где Слава? Мама? Да, твоя мама. Где она? Ася, расскажи ему все. Что все? С ней что-то случилось? Кость, ты иди, а я все расскажу. Иди, иди. Роман Вальдемарович, вы только выслушайте меня спокойно, хорошо? Какой к черту спокойно? Я искал ее всю ночь. Где она? Мама. В семье. В чьей семье? В своей семье. Она со мной и с папой. Что это за бред? Это не бред. Просто мы вчера встретились, весело посидели в ресторане, простили друг друга и решили, что
больше друг без друга не можем жить. Я тебе не верю. Может, и не верить. Только я вам еще самое главное сказала. Сегодня утром мама сделала аборт. Что ты сказала? А мне ничего больше сказать. И, пожалуйста, оставьте в покое нашу семью. До свидания. Слышал тебя целую вечность. Ты меня слышишь? Да. Ты где? Еще в больнице? Откуда ты узнал? Твоя дочь рассказала. Слав, почему? Так случилось. Твоя дочь мне объяснила, что ты решил остаться с семьей, но... Что? Аборт. Зачем ты это сделал? Почему ты мне об этом не сказала? Все очень изменилось. Я хочу тебя видеть. Я поняла, что моя семья, мое настоящее. Какой замечательный стол, Славочка. Да. Давайте. Вы кудесница. За счастье наших детей. Мамочка, ты красавица. Я рада, что мой сын попадет в надежные руки. Благодарю. А вот Костя. Зятю привет. Это вам. Ух ты. Ой. А. Мои любимые желтые розы. Я рад, что вам понравилось. Иди сюда. Костенька, я же просила не опаздывать. Я к вам, Славочка. Я очень рада, что моей родственницей станет такая красивая женщина, как вы. Правда? Да. Спасибо. Николай, вам невероятно повезло. У вас необыкновенная жена. Могу ответить вам тем же. Вы невероятно красивая женщина. Благодарю. Балерины не могут быть некрасивыми. А вы бывшая балерина? Бывших балерин не бывает. Смешно. Дорогие мои, я сразу внесу ясность. Я знаю все, что у вас произошло от детей. Мам. Костя. Славочка, может быть, подадим мясо? Я могу помочь. Нет, не надо, я сама. Я, наверное, что-то не то сказала. Кость, попробуй, очень вкусная рыба. Извините, мне надо удалиться. Я, кажется, ее убил! Мам, ты чего? Что? Ну, ты бледная какая-то. Что-то случилось? Что-то голова закружилась. Отнеси, пожалуйста,
гостям мясо, а я выйду на воздух. Угу. Все, я пошла. Ну, конечно, скучаю. Вчера кошка, ты была просто космос. Исцарапала мне спину, страшно даже показать. Хорошо, что жена спит в другой комнате. Ой, мам, я забыла. А как тебе Костя? Ужас. Ну, а мам? Ты как думаешь? Я не знаю, получится ли у меня сегодня. Да пришел Асень, жених с матерью. Мы оговариваем детали свадьбы. Угу. Обещаю, я сделаю все возможное. Да. Да, и невозможное тоже сделаю. А что именно? Что именно, я тебе потом покажу. Прям вижу тебя в моих любимых трусиках, в красный горошек. Зубками с тебя их тяну. Я тоже жду не дождусь. Пошел ключики от квартиры брать. Не-а. Я больше соскучился. Нет, я. Нет, я. Ну, пока. Да, очень скоро. Мамочка. Считай. Пойдем за стол. Пойдем, пошли. Ты, главное, вдохни поглубже и не обращай внимания. Как хорошо, что вы здесь. Девчонки, я прошу прощения. Правда, но нужно ехать на работу. Славочка, редактор позвонила, сказала, что там полный абзац с этой обложкой. Что-то там напортачили. А завтра верстка, понимаете? Ну, помнишь, я тебе рассказывал? Взяли нового этого фотографа. Сосунка, без опыта работы, типа представил себя гением по папиному звонку. Ну. И не знаю, что делать. Он там что-то не то или не так сделал, не понимаю. А я единственный, кто может исправить эту ситуацию. Но если вы, девчонки, скажете, чтобы я остался, я обязательно останусь. Мы же с вами семья. То есть это мы должны решить, да? Ну, девчонки, сегодня же такой особенный день. Угу. Твое сватовство. Как скажете, так и будет. Да. Иди. Правда? Я сейчас. Славочка, ну, я прошу прощения, я остался бы. Вот. Работа есть работа. Я пойду попрошу у них прощения. Ну, так бывает. Ладно. Пап, вот ключи. Не забудь. А зачем? Ну как? На всякий случай. А. Спасибо. Ага. Ну ладно, все, целую. Пойду извинюсь. Угу. Спасибо. Да. Угу. Удачки. Смеешься. Я больше никому не позволю, чтобы ты хоть на минуточку почувствовала себя несчастливой. Правда. Прости меня. Вот, малыш, ищи, ищи. Вот, малыш, вон, смотри. Куда, малыш? Малыш! Малыш, назад! Ко мне! Малыш, стой! Не бойтесь, он добрый! Малыш! Малыш узнал меня. Ой, какой хороший. Подожди. Привет. Доброе утро. Разве есть утренний самолет? Не поверишь, с сегодняшнего дня. Это Ася с Костей разведали и купили мне билет. Кто такой Костя? Аськин почти муж. Через месяц свадьба. Да, я, кажется,
помню его, вечный мотоциклист. Значит, с дочерью все наладилось? Да, не то слово. Если бы не она, я бы не решилась приехать. Она тебя уговорила? Она со мной прилетела. Вернее, она и Костя, они остановились здесь, неподалеку, в отеле. Группа поддержки? Ну да, что-то вроде этого. А если бы меня здесь не было? Ну, я же знаю, где тайник и где хранится ключ. Если бы меня долго не было? Я бы тебя ждала. Сколько? Сколько надо, столько бы и ждала.